Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале Добрые Советы. Сегодня мы расскажем вам, почему вредно пить холодную воду. О том, что вода обладает разнообразными свойствами, знают все. Однако лишь немногие на этих свойствах сколотили целое состояние. Хочешь узнать, о чем идет речь? Тогда скорее смотри видео. Возможно, вскоре ты тоже пополнишь список самых богатых людей планеты. Давайте разберемся, в чем вред холодной воды. Итак, в далеком 1969 году советские рентгенологи неожиданно открыли необычное свойство холодной воды, благодаря которому сколотили свои состояния владельцы фастфуда с мировым именем. Все дело в том, что для определенных исследований рентгенологи хотели добиться удержания бариевой каши в желудке на определенное количество времени. Как оказалось, холодная каша покидала желудок быстрее, чем специалисты успевали настроить свою не столь совершенную аппаратуру. Заинтересовавшись этим фактом, ученые начали проводить многочисленные исследования, в ходе которых выяснилось, что если запивать пищу холодными напитками, ледяной водой или газировкой со льдом, время пребывания пищи в желудке сокращается с 4-5 часов до 20 минут. Другими словами, если пить холодную воду, то пища в желудке надолго не задерживается, а это грозит ожирением, едой невозможно насытиться, постоянным чувством голода и развитием гнилостных процессов в желудке из-за отсутствия нормального пищеварения. Примечательно, что на этом построил свой бизнес знаменитый Макдональдс. Когда человек запивает еду ледяными напитками, чувство насыщения не наступает, а значит клиент придет еще раз. Ты наверняка замечал, что на горячие напитки, такие как чай, кофе или капучино в Макдональдсе, устанавливают достаточно высокую цену. Зато ледяная фанта или кола стоит сравнительно дешево. Теперь ты знаешь, что питье любого холодного напитка после еды вызывает огромную нагрузку на кишечник. Пища быстро покидает желудок, а вся белковая составляющая остается в кишечнике и начинает гнить. В таком случае можно получить кишечные воспалительные заболевания и дисбактериоз. Один из самых распространенных мифов про холодную воду – она утоляет жажду. Однако физиологи считают иначе. Холодной водой требуется намного больше времени, чтобы усвоиться организмом, ведь для этого она должна нагреться в желудке до температуры тела. Итак, вывод. Не пей холодные напитки до или после еды. В идеале вся жидкость должна иметь комнатную температуру. Это правило касается и мороженого. Если есть его холодным сразу после еды, пища быстро покинет желудок, а белковая составляющая останется непереваренной. А на этом все. Желаем вам здоровья, делитесь полезной информацией с близкими и друзьями. До новых встреч на нашем канале.